Ты самый лучший ютубер из лиги кубизма. Ого. Я, очевидно. Ютубер? Да. Нет. Количество вариантов 32. Классический или царь горит? Да, классический это лучше. Ну тут справа, как бы... Не знаю. Там написано, блядь. А, фиксай. Фиксай. Это фиксай? Фотка топовая. Да. Давай, Дмитрий, Дима, ну естественно, Дима, очевидно. Да, у него Дмитрий. Бэйби скоро будет. Маленький скринник. Давай. Так. Так. Баф или Гена? Гена? Ну, ну из баф, ютуберов, баф, конечно, очевидно, да. Гена, блядь. Баф, конечно. В смысле, от ютуберов, алё? Пропустите, извините, не было. Не, лучше пропусти. Блядь. Игоринекс. Игоринекс или пропустите. Блядь, Игоринекс выпустил разоблачение на Лигу Кубизма. Оно собрало, блядь, 100 тысяч. А реакция, блядь, где смотрит пятерка, 600 тысяч. А реакция, где смотрит энергия, 700 тысяч. А он потом понял, реакция стала на свой канал выкладывать сам. Да? Да, у него реакция энергия, там вообще 700к, а моя там тоже там 1400. Пиздец, блядь. Да. Ладно. Поэтому он поэтому их запретил реакции и себя выкладывает их. Блять, ну тут опа. Сложно. Ну слушай, ну этот здесь он не обидится, поэтому скипай. Да ладно, хорошо, сыграешь на гитаре, значит ты. Все, играй. Я уже нажал, кого нажал, кого нажал. Да. Рейн. Кого нажал? Рейн строит. Рейн Лига Кубизма, причем тут. Ой, тут вообще сложно. Ну Феромир не в Лига Кубизма. Так, а мы выбираем... Лучшего Майнкрафтера просто. Или Лига Кубизма. Да, именно Лига Кубизма. А. Так, ну тогда матушку выбираем. Да. Да? Ты сидишь. Нет, тусу скип сразу. Кто угодно, блядь, тусу скип. Опа. Блядь. Не, он здесь, он не обидится. Опа. Да кого выбирать? А? Кого выбирать? Не, ну на прошлом концерте Евгеха как охуенно исполнил. Я бы его взял. А что он исполнил? Все лучше, чем новая эра. Да бери за Хуэля, конечно, блять, у него зрителей больше. Ой, это скрепка. А с каких пор? Я не знаю, просто рандомные ютуберы по Майнкрафту, понял. Я не одобрял вступление. Пропускай нахуй. На, мышку. Да не, ладно, ну мне нравится. Рука поднимется. Вот. Пропускай нахуй, пропускай, блядь. Он просто не придумал. Не пропускай, бери Сонечку. Опа! А я обычно в такие моменты говорю, что экран залагает. Ты выбираешь, что здесь, XDE или скриншот 28.07.20? Это мой чат. А, да? Да. Я выбираю XDE. Да. Ну тут извините, да. Придется. Фрэдж или Yellow Fire? А Фрэдж, он не в Лиге Прикола. А, да, до этого тебя там тоже не смущало? Да-да-да. Ладно. Второй этап. Фуфуф. Ну, самое главное, что они Мистер Туса. Да, или Yellow Fire. Да можно дальше не проходить, на самом деле. Даже мы отобрали, в принципе, этому, да. А что, уже выключать? Да кому тест, блядь, полная тут? Что это за половина скипов? Не, бери, чтобы на речке бедные рекламу 10 штук должны стоять. О, все, а как все, Игорь Баба? Бля. Сейчас за хуйня, что ты делаешь? Я тут предлагаю судить, у кого последнего трек вышел. Бля, мне не нравится такое. Слева там, слева выбирай. Вот это? Не, слева. Другое лево. Подожди, где? Сброс, кнопка такая, сброс. Не могу, блядь, мышка не идет. Вот, да. Это я. Продолжаем сильно. Справа, выбирай. Справа выбирай. Выбирай справа, то, что справа выбирай. Нет. Ну так-то понятно, да, как бы сразу видно. Давайте, короче, я вам буду загадывать загадки, а вы будете отвечать. Кто этот самый, кто правильно ответил, типа, тот и выиграл. Блять, он. Ладно, давай. Короче, тебе загадка. Сколько сантиметров в одном метре? 100. Правильно. Теперь тебе загадка. Какое нормальное давление в четырехцилиндровом двигателе внутреннего сгорания? 1,5 литра. Ну, это легкая, слушай. Неправильно. 14 атмосфер. Все знают. Капец. Еще машину все хотел купить. Так. Да. Так, ладно, я выбираю матушку, потому что я с ним каждый день в Дискорде. И он записывает, как ты храпишь. Да. Мне Игорь Никс монтирует ролики. Он денег много просит. Ладно, этап номер два.
Ты, короче, за Игриникс. Тебе первому. Какое напряжение в аккумуляторе 18650? 12 вольт. 12. Нет. 650. 3,7 вольта. Тебе вопрос. А, это ему вопрос? Сколько струн на гитаре? 6-струнная гитара. Правильно. Я по ней сойду. Ой. Так. Блять, теперь вы мне загадываете. Давай, короче, за Жакалуни, а я за себя. Ты загадываешь нам. Какой самый охуенный молодежный канал на телевидении? Это меня вопрос или мы? ТНТ. Назовите самое бесячее женское имя. Это слишком субъективный вопрос. Я знаю. Даздраперма. Неправильный ответ. Такое реальное имя есть. Такое реальное имя есть. Да здравствует 1 мая. Настя. Неправильный ответ. А какой правильный ответ? Слышь. А, блядь! Мог бы и догадаться, конечно. Пиздец, блядь. Так бы и сказал Макдональд. У меня чат превратился, блядь, в Леди Баг. Сразу все понятно стало, блин. Это Игорь здесь должен сидеть и на этот вопрос отвечать. Вот что это, блядь? Да это пиздец. Справа, выбирай справа. Ой, слева. Сейчас паста не работает, поймите, она не работает. Работает, вы его сейчас доведете, да, вот посмотри. Так, ладно, ты за XDE, ты за Диму Скрин. Да, да. В каком году был создан YouTube? Кто ты? 2003 или 1? Неправильно. Ты? А какой нахуй правильно, блядь? Скажи-ка нахуй, блядь. 2008, по-моему. Нет, 2006. Блядь. Что было на видео, которое первое выложили? Я знаю. Слоненок. Нет, зоопарк. Типа, I'm Zoo, она так называется. Да, да, зоопарк. Там слоненок был, блядь, в зоопарке. А кто конкретно был, ну это, да. Ладно, проехали. Так, третий этап, финальный, финалочка. Какой удельный вес воды? Давай, кто ближе ответит. Ну, давай, кто ближе, да. Килограмм. Там что-то типа, пусть будет один, там, моль на грамм, или как там правильно говорится? Ну, нужно назвать объем и нужно назвать килограмм литр. Чё, блядь? Правильно. Чё, блядь? Ну, 1 литр воды весит 1 килограмм. А, в этом? Да, да. Ладно, ну тогда тебе еще. У тебя есть еще вариант отыграться, будет 4-й тур финальный. Финальный. Да. Ага. Так, сейчас. Drag Racing. Сколько обычно, как бы, метров? Четверть мили. Четверть мили, типа, да. Да, да. Сколько метров? Сколько метров в четверти мили? Да, да, да. 280, ты сказал, нет? Больше? Нет. 402 метра. Выигрывает 5. Я ближе сказал. А, подожди, ты 280, а ты? 200. Я 200 сказал. Все, тогда теперь суперфинал. Давай. Так. Я думаю, что это мили короче. В каком году я создал канал? Да я ебу, блять, нахуй. Не, ну кто ближе? На ютубе или где? Да, да, на ютубе. 2013. 2015. Он, скорее всего, правильно сказал. Он ближе сказал прямому. Блять, а я не помню. Он, скорее всего, правильно сказал. Блять, я выбрал случайно. Я случайно выбрал, я хотел нажать по кусочку. Ну давай, давай, блять. Лишь оглянись, лишь посмотри, с ней пропусти. Как скипнуть, блядь? Как скипнуть, блядь? Так, все. Короче, тогда задаешь ты нам загадки. Ой, бля, сейчас что-нибудь придумаем. Так. По-моему, в 2014 я создал канал. Между нами. Да, да, да. Сейчас. Так. Продолжаем. Блин, серию. Я просто говорю с программированием, но это будет нечестно, наверное, да? Ничего, нормально. Нормально. Это будет нечестно. Хорошо. Давай, если выигрывает Андрюша, ты голосуешь за меня, а если выигрываю я, ты голосуешь за Андрюшу.
Вот не-не, смотри, то, что вы знаете оба. Давай. В какой версии Майнкрафта добавили компарата? Ну, до 1.15.2. 1.8. Нет. Ой, до 1.5.2. До 1.5.2. 1.8. По-моему, в 1.5 как раз есть что-то такое. Че за нахуй, блядь? Сейчас, я не помню сам точно. Блядь, охуел, блядь. А куда вот это вот выкинуть? Да нахуя! Не, ну а мне я подержу. 1.5, да. 1.5. Ну я был ближе. Да, за Ростов апдейт. Фуфы классный парень, кстати. Да, да. Да не надо! Ну пусть Андрей решает, я считаю. Почему? Прости, Антоха. Так, четвертый. Да не надо, блядь! Я не хочу! Я не хочу! Не надо, не надо! Ну подожди, дай загадку загадаю, подожди. Сейчас, давай я загадаю загадку. Так. Так, я, короче, за Игоряву, а ты за себя. На какой высоте в Майнкрафт 1.18 в новом обновлении? Да. Больше всего алмазов. Минус 52. Твой вариант? Как будто то же самое, кстати, недавно говорили. 11.12. Что 11.12? Я ближе все равно. А, 11.12 блоков, типа? 11 или 12 высота? Высота. А я говорю минус 52. А еще раз, а ты какая? 11.12. Что такое 11.12? Высота нахуй! По игреку. В новой версии Майнкрафта? Да. Когда дипсоид отрицательное высоту добавили, чё? Ну, минус 59 вообще правильно, ну ладно. Сюда, блядь! Сюда, блядь! 11.12, блядь! Сюда, блядь! Блядь, подожди, ты писюн спалил. Блядь. Ой, блядь. Так тут сам решай. Не, ну тут как бы понятно, кто хозяин в доме, тот как бы понятно. Подожди! Скипни его. А, ты его скипнул, да? Да, блядь, ты мне мышку сломал. Сука такая. Так, ладно. Короче, Игорь, ты за своего одноклассника, а ты за Марину. Да и ну его нахуй не приехал, блядь. Я за Игоря? Да, да, да. Я специально буду. Ладно. Переведите давление 752 миллиметра ртутного столба в гектопаскале. Помидор. Полтора, неважно. 1005 гектопаскалей. Так, тебе вопрос. В какой версии Майнкрафта добавили мед? Один 16? Я не помню! Подождите, стой, мед. Даже, наверное... Нет, стоп, какой 1.16? Ебать! А, 1.15, ну близко было, камон, 1.15, ладно. Так, ладно, но Игорь не приехал, поэтому ты неправильно ответил. Поэтому... Победитель выбран, Векси, да я. Это тест один раз проходили, подожди, или нет? Нет, посмотри общую статистику. А где? А, вот сюда? А подожди, я хочу посмотреть. Так, на первом месте Марина. Это то, что у нас получилось. Егоряо, Зафиель, Кирилл Баранов, Дима Скриник. Ну, нормально. Что ниже проясни. Пропустите, извините, выше, чем скрепка, ел. Какого черта? И заклонил! Извини, Жень, я фейково смеюсь. Почему так вышло? Вот это правильно все. Потому что чьи подписчики на этом сайте смотрят тест, конечно. Это все правильно, проходит. Это все тут правильно. Да. А я где? Четверть всех за меня проголосовали. Девятое место? Да, ты менее популярный, чем Жрак Луни, ёбаный. Блядь, 3.56 и 3.59. Охуеть, блядь, популярность. Почему Гена выше? Игорь Никс выше, чем Жрак Луни, почему? Пиздец, блядь. Как так вышло?